Итак, мужики, всем привет. Ой, выехали. Холодно, заморозок был у нас. Но уже не пустые. Уже у нас вот такая кряква есть. Не знаю, видно вам или нет. Стоим дальше. Конечно, бил сильно близко, налетело. Разбил немного утку. Ух ты. Красиво. Сразил. Надо полезем потом шукать, сидеть. Хорошо. Нобель спорт рулит. О, молотит. Ух ты, ебать. Это разлетались уточки. Сидеть. Давно такого лета не было. Так, эту лысушку мы забрали. Давай. Давай, давай лысуху. Молодец. Есть. Так, итак, братья, я тестирую сейчас порох Нобель Спорт. Ну что, утряночка началась. Утка вроде бы начала летать неплохо. Видно, что перелетка. Сбил одного селезня и одну лыску. И второго селезня сбил. Ну, утку. Вот она упала здесь. Вы видели. Сейчас охота закончится, будем искать. Она тут рядышком. Так что пока стоим. А то мы сейчас ее будем пока искать, лазить будем ее. Прозеваем весь лед. Вон, видите, сколько уток. Перелетка шурует. Порох мне нравится, друзья. Порох обалденный. Лупит четко. Ох. Поехали. Субботняя охота на утрянке. В общем, друзья, утка появилась перелетная у нас, много летала сегодня, но так как-то стороной на меня налетело две стайки,
выбил я из одной стайки одну утку и со второй стайки. Ну, вторую утку искал, не нашел. Облазили все кусты, не нашел. И снял еще лысочку. Ну, в принципе, пока и все. Так, сейчас, сейчас, браты, покажу. Вот мои трофеи. Вот она утка. Ой, уже положил, вот она лысочка. Вот, друзья. Такая утка. Кряква. Такая уже хорошая, жирненькая. Немножко подразбил ее, близко сильно выстрелил. Так. Подразбил маленько. Близковато налетели, подпустил к себе так сильно близко. Ну ничего. Так, друзья, сейчас еще есть такое желание здесь пройтись по дамбе, посмотреть по сторонам, если что будет, покажу.